Так ты сейчас просто, я тебе передам деньги, а он Да не, я у него скончится. выкуплю, я тебе дам кучу смотри. Давай. Короче, тогда сколько? 125, ну вроде нормально. И когда ты примерно вернешь? Мне кажется, дешевле найду. Ну, короче... Так, это я тебе должен буду 155. Я тебе даю 125к. За завтра уже нафармлю это. Сколько ты мне дашь? Контракт сдамся. Сколько ты мне, в общем, должен уже? А? Алло. Алло, 125, короче, я тебе даю. Угу. Сколько ты мне должен там будешь? 155, ну, если тебе еще 30. Ну, окей. Ну, 160, короче, отдашь. Ага. А когда ты вернешь примерно? Я завтра уже смогу 100%. Я завтра контракты сдам, плюс еще сам под фарму. Ну все, окей, 160 тысяч завтра. Угу. Ну все, давай. А, сейчас с ним прибегу уже. Давай. С рюкзачком. Так, вон тут чел. Здорово. Выставляй рюкзак. Надеюсь, он меня не наебет. Не наебет меня. Короче, дал ему 125к, нихуя получается. Так, белый точно. Да. Может, мне он будет платить наличные. Отдать 160к завтра. Всё, купил. Так, наконец немного. Иначе я залюблю на него. Все, вот мой рюкзачок. Вот он мой рюкзачок. Ну все, заебись. Это все, же... выручил. А сколько он? 7 на 10, по-моему, идет? 7 на 10, да.